Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня у меня, как видите, челлендж. Я сам для себя хочу попробовать вместе с вами вот эти крабовые палочки. Они большие, увесистые, здесь килограмм. Сейчас покажу вам их. Вот, видите, какие они толстые. Вот такие вот. У меня здесь два соуса будут помогать мне. Это тартар. А это, короче, по-моему, это тартар, а это что-то я уже, короче, не карбонара, во, карбонара, вспомнил такое название, уж вот так вот. Давайте начинать, я их очень обожаю, поэтому, думаю, справлюсь все-таки с этим килограммом. Всем приятного аппетита, давайте подписываться и ставьте лайкосик, мне очень приятно. Начну с карбонары. Я помню, когда малой, вечно, если мамка что-то готовит, обязательно пойду достырю палочку. Для меня просто было сейчас, кстати, раньше поменьше были эти палочки, не знаю почему. Вот, а сейчас они такие увесистые, во-первых, во-вторых, большие. Всем приятного аппетита. Блин, капец вкуснятина, ребят. Сейчас попробую со вторым соусом. Это соус жена сама готовила. Домашний такой. Тут и огурчик, и сметана, и, короче, по-моему, даже чесночек. Чесночок. Ой, довольно-таки тоже вкусно. Жена мне, кстати, тоже, когда что-то готовит, пол палочки да принесет, если там салат или что-нибудь такое, она знает, что я просто их обожаю. А сейчас, наверное, просто их объемся, и у меня вкусовые качества поменяются. Кстати, напишите, если вы объедаетесь чего-то, вы потом даже на это смотреть не можете. Или потом через день опять можете столько влупить. Вот. Много чего хочу вам сегодня сказать. По поводу пельмешей. Я там написал килограмм. Я реально думал там килограмм, если честно, блин. Оказывается, там только полкило. Поэтому не судите меня строго. Вот, я уж признаюсь. Есть такое дело, косячок. Не знаю, это вкуснятина вообще. Видно, нет? Кстати, ломается, нет? Ломается. Кстати, видите, слоями так ломается. Прикольно. Очень интересно. Как бы так показать, чтобы фокус поймал. Не знаю, поймает, нет. Вот. Один так, как ложки. Второй вот так. Огромное спасибо всем, кто был вчера со мной на стриме. Вы огромные молодцы. Мне очень приятно. Мне очень прикольно слышать, смотреть, точнее видеть, смотреть, как я, как вам интересно, в общем. Какие вопросы вас интересуют, кто не был на стриме, обязательно смотрите, у меня сохраняю их. Запрещенного ничего нет. Вот. Там даже были там донатики. Мне очень приятно за счет этого. Кто бросал, огромное спасибо отдельно. Собираю я на освещение. Там все написано. Вот. А по поводу, чего я хотел еще сказать.
В общем, мысли мои такие, что когда я говорю что-то о своем канале, свое мнение, это, в принципе, мое мнение. И если есть люди, которые пишут в комментариях, что только они правы, а не я, то уж, наверное, вы не по адресу зашли. Вот. Поэтому еще мне очень не нравится, когда люди переходят на личности. Очень не нравится, поэтому давайте до этого не опускаться. Очень интересный комментарий, что я бы за тебя замуж не вышла. Я ж не пишу конкретно там, он там Леся или там Ваня или Петя, что вы вот такие вот, и я вот именно вот с вами бы вообще там не пошел бы и гулять и не поздоровался никогда. Я говорю в целом. И за старосту, за мою. Тоже. Когда говорят, допустим, я вот говорю, что она так и так, я не имею в виду, что это женский пол, что я так отношусь именно к ней и все такое. Я говорю, в общем, как к человеку. И она как бы тоже должна, как студент, тем более, который вызвался быть старшей в нашей группе, должна нести какую-то ответственность, правильно? Вот. И я ни в коем случае не говорю, что именно из-за того, что это девушка, я вот так вот к ней начал вести. Нет. Поэтому защитников, кстати, женского пола очень много. Я это реально замечаю. Так что нужно уважать, наверное, меня, мое мнение. И не думайте, что если я говорю свое мнение, то оно как бы так вот мимолетом, а вы то, что пишете, вы должны иметь вот полное право вот именно так, так думать и никак иначе. Нет. Пишите, конечно же, высказывайтесь. Но, во-первых, не переходите на личности. Вот. И говорите объективно. Потому что сугубо только ваше мнение, конечно же, оно имеет место быть, но думайте о том, чтобы оно никого не зацепило. У меня канал позитивный. Я общаюсь весело. Хочу вам передать добро, повышать настроение вам. И очень хочется, чтобы это так и было. А как вот говорят, что не делай людям добро, оно все повернется злом. Давайте убивать эту поговорку. И дальше будем гладенько идти. Блин, кстати, надо было посчитать, сколько здесь штук. Именно вот таких вот. Я, видите, то это. Здесь реально чесночок есть, он попадается. Мне это, в принципе, безумно нравится. Вот такие два соуса. Сейчас вам покажу. Вот. Вот они два. И какой из них больше нравится, я даже не могу сказать. И тот, и тот по-своему интересен. Этот на основе сметаны, напомню. Здесь огурчики соленые. И чесночок. Он, в принципе, очень палочкам импонирует. Мне нравится. Ну, а этот, он покупной, он на основе майонеза, я так понимаю. Он такой более кислый, а этот более мягче. Поэтому я их кушаю так и так. Вы ели хоть когда-нибудь 1 килограмм? Для меня это, если честно, я назвал это челленджем. Для меня реально это не так часто происходит. Это первый раз в жизни. Я решил вот так вот именно
Сам себя побаловать. Ой, гляньте, какая вкуснота. М-м-м, класс. Интересно. Если вот реально вот наешься, объешься их там, настолько объешься, что капец. Вкусовое понимание изменится. И раз так, раз так. В принципе, мне нормально. Тот вызывает более слюновыделение, а этот более мягенько идет. Ну, чесночок. Бывает, дает дрозда. Сегодня у меня, наверное, контакта не будет, никуда идти не надо. Сегодня суббота. А, блин! Забыл. У нас сегодня весь день ездят вот эти мотоциклеты. Вообще капец. Сегодня день, точнее как называется, закрытие мотоциклетного сезона, я так понимаю. И ну просто настолько их. И парадом шуруют. И с милицией, с полицией там ездят. И со скорой. И дорогу перекрывают, чтобы толпа их не проехала. В общем, шествие. Просто шествие. Я с детства очень люблю велосипеды. Я рассказывал об этом даже на стриме. Вот. Интересные там истории были. Но я бы хотел бы, конечно же, мотоциклетку. Моя строго-настрого говорит, нет. Нет, нет. Нам нужно что-то с крышей. Мотоциклетка это так. Кстати, слышите? Проехала сейчас эта жужжалка. Конечно, к ним как бы, ну, у них там свой организация там свои есть. Свои есть сходки, слетки. Они друг друга поддерживают, всегда здороваются. У нас, кстати, недалеко есть там небольшая база их. Вот, так у них там и концерты, и совместные вот эти посиделки. Вот, поэтому они хорошо, в принципе, сидят. Я, правда, не знаю, как о чем-то можно разговаривать. Ну, не знаю, что человека, да? Просто приехал там на автомобиль, на, ой, на автомобиле, на мотоцикле. И чё? Привет, привет, как дела? Не знаю. Ну, может, есть, конечно, свои темы. Очень интересно. Так ездят полностью и на скутерах, ну, на самых обычных, самых этих дешманских вообще. И на трёхколёсных ездят. Короче, всевозможно, они принимают всех. Интересно, велосипедисты попадают в их гвардию или нет тоже? У меня велик там, кстати, остался еще аист. С детства еще мамки. Такой, кручу-кручу, педали кручу. К вам на сейшн попасть я хочу. На мотоциклетный. Ребят, очень интересно, когда здесь и чесночок, и огурчик закрытый, ну, в смысле, с банки, вот, иди, вот он, я сейчас пытаюсь его поймать. Прикольно. Будем переходить туда-сюда. Ну, они там вообще бесподобно отдыхают, я так понимаю, там и какие-то концерты у них там есть, какие-то группы приглашают. И шашлыки. Кстати, сегодня погода у нас отличная.
По шашлыкам, конечно, можно, но сыра. Уже интересно, съем или нет. Можно, знаете, строить из этих палок башни. По поводу стрима, вы, кстати, не пишите, когда лучше. Что лучше на стриме? Я, блин, объелся, если честно, на этом стриме. Вообще капец. Я даже ночью храпел, если честно. Жена говорит, объелся настолько, что, во-первых, отрубился быстро. Во-вторых, храпел. Да. Крабовые палки — это сила. Не знаю, с чего они делают их. Мне кажется, здесь просто обычно тесто там, что там смешанное там с чем-то как-то. Кстати, вот это я смотрел где-то или читал, не помню. Что-то красное, там что-то добавляют туда, краситель какой-то. Не знаю, почему не добавляют его. Почему это первый признак крабовых палок, тоже не знаю. Честно, как для организма эти палки. Больших количествах. Никак не действует плохо. Уже наедаюсь. Они, кстати, тяжелые, увесистые. Такие бананы такие. Так вот, по поводу комментариев. Мнение свое нужно высказывать. Вот, оно должно идти в общем. Оно не должно идти вот лично вот, вот про вот этого. Вот. Когда я высказался по поводу полных людей, то тоже очень много было интересности. И когда люди начали рассказывать, что там у них
так-то было, а со мной бы у них совсем по-другому было бы. Или там, что многим нравится быть полным, то по своим, так сказать, догадкам и по статистике я просто вижу, что люди, да, извиняюсь, что люди, допустим, когда живут, да, они вот, никто не сказал, что, вот, смотрите, я пополнела, а вот так хорошо, мне аж легче стало, жить вообще проще, намного проще быть более полной, понимаете? Я не унижаю этих людей, ради бога. Я с пониманием отношусь к этому. У многих был какой-то там выбор, знаете, вот когда либо там здоровье, либо ну, пополнить и выздороветь, да, либо летальный исход. Есть у меня и такие примеры, я понимаю все это дело, конечно же, если безвыходные ситуации, понятно. Но я еще ни одна не сказала, что вот реально, я вот набрала там 20 килограмм или 10. Ой, мне так легче стало вообще. Так классно. Такая отличная. Мяу. Понимаете? Поэтому я так и говорю, так и выражаю. Я не говорю, что именно конкретно кто-то что-то там вообще располнел. Понимаете? Так что по этому поводу у меня такое мнение сложилось. Вот. И врачи говорят, это тоже не мое высказывание, что никто здоровье не делает хорошо, если набирает вес. Есть люди, у которых конституция такая. Но если такая конституция, и ты хочешь быть здоровой, да, то нужно, конечно же, по-определенному питаться. То все понятно. Не забрасывать себя и наоборот там в депресняк не вступать там, знаете, вот, да, вот это же есть такое, кстати, вот мне плохо было, я заедала там, то муж бросил, то еще что, вот именно так. Лень очень большой двигатель по поводу того, что просто как-то вот заесть там или еще что. Что не то чтобы там я не люблю их, есть вопрос, нравится, не нравится. Вот. Вот я вам высказал, что именно вот мое мнение такое. Я не говорю, что я там не буду с ними общаться или что-то еще такое, ради бога. Ну, просто есть мое мнение. Поэтому оно имеет место быть. Ваше мнение, конечно же, тоже имеет место быть. Но говорить о том, что я вот полная, я бы с тобой бы не, там, не поженилась бы, или что. Кстати, тоже на заметку, если вот в мире так принято, наверное, везде, во всех странах, ну, у нас так точно, что вообще спрашивают в первую очередь невесту, выйдешь ли ты за меня. Поэтому, прежде чем говорить, нужно дождаться вопроса, выйдешь ты за меня или нет. Что так? Уже чувствую, как ваши руки потянулись к клавиатуре. Вы уже хотите написать какую-нибудь там свое мнение. Пишите. Пока вы там пишете, вот у меня уже закончился тартар. Дай бог заболеть. Я, кстати, рассказывал рецепт, там со мной поделились еще еще одним рецептом, извиняюсь. Вот. Поэтому читайте комменты, там будет один по поводу, какие рецепты, чтобы не заболеть при первых симптомах.
капец, ребят. Соусы заканчиваются. Я, кстати, в Инстаграме уже там фотку послал моего огорода на балконе. Я на лето, ну, в смысле, на день выставляю его, пусть на уличке как летом будет стоять, а на ночь заношу. Очень хочу к Новому году, чтобы уже были помидорки. И зеленушка. Ой, капец. Там все запихнул. Ну, ребят, сейчас дожую. Просто целую запихну, там пока сейчас это. Могу сказать одно. Килограмм это много. Я реально думал, что я съем. Но вот немножечко осталось. Не судите строго. Не пробуйте сами съесть целый килограмм. Я не знаю, как насчет завтра, послезавтра я буду относиться к этим креветкам. Да, креветкам. Крабовым салатам. Вот. Поэтому уж вот так вот. Здоровье важнее. Спасибо большое, что были со мной. Спасибо большое, что посмотрели меня. Ставьте лайкосы, подписывайтесь. Всем огромного счастья, настроения, хорошего дня и всем пока.